Добрый день! С вами Елена Смарагдова, художник и преподаватель рисования. Как всегда, наш урок мы начинаем с разминочных упражнений. Ссылка в описании под видео. Сегодня мы скажем привет одному из наших упражнений. Это геометрические формы, в частности, прямоугольник. И мы посмотрим, что такое за зверь круг. Круг – это одна из популярнейших форм человека, как это, жизнедеятельности человека. Круг у нас имеет чашки, крышки чашек, кастрюльки, ну вот эти крышки кастрюлек, потом серьги, очки. Ну, там понятно, что бывают разные формы. Ну, вот то, что приходит на ум. Люстры. Ну, тоже понятно, что там огромные варианты, но тем не менее. Зеркала. Потом что у нас? Колеса автомобилей. Ну, и прочее. На самом деле, вот то, что мы сегодня сделаем, ну, вот то, что вы сейчас, вы сами все видите, это как бы логично. Здесь просто упрощение вам жизни. И я показываю, что рисовать может вообще каждый, потому что все могут нарисовать обычные геометрические формы. А пока, чтобы вас немножко развлечь, я вам почитаю. Вот, интересная тема. Мы продолжаем чтение книги «Настоящие художники не голодают. Как монетизировать творчество» Джефф Гоэнс. Глава 5. Подготовьте покровителей. Голодный художник ждет, когда его заметят. Успешный готовит покровителей. Если бы не было Сэма Филлипса, я бы до сих пор работал бы на хлопковом поле. Джонни Кэш. В сентябре 1948 года семья Пресли переехала в Тупелло, штат Миссисипи. В поисках работы. Они ютились в общественном жилье, ну, вообще это называется социальное жилье, ну, вот почему-то переводчик назвал общественное жилье, и изо всех сил пытались свести концы с концами. Ночью их единственный сын сидел во дворе, неумело играя на гитаре и напевая блюз в грезах о другой жизни. Примерно в то же самое время другой человек в Мемфисе обдумывал свою мечту. Звукозаписывающая студия Сэма Филлипса «Сан» на Union Avenue 706 славилась сотрудничеством с неизвестными музыкантами. Ее лозунг был следующий. «Мы записываем что угодно, где угодно и когда угодно». Молодая студия уже открылась. Но план Филлипса донести черную музыку до белой аудитории все еще был далек от реализации. Филлипсу нужен был правильный голос, который до сих пор ускользал от него. Однажды, в 1954 году, появился Элвис Пресли, и все у них сложилось. С вами была художник и преподаватель рисования Лени Смарагдова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч! Мы несем искусство в массы. Куда, кто, если не мы, когда, если не сейчас. Я вас целую.